Более 100 любителей мотоспорта собрались сегодня здесь, на центральной площади Одинцова. Объединило их традиционное закрытие мотосезона. Спортивные, раритетные, внедорожные. У каждого байкера свой любимый железный конь. Этот сезон, как и все остальные, запомнится мотоциклистам. Иван в байкерском движении с середины 90-х. За эти годы вместе с друзьями сделал немало добрых дел. Мы очень много акций проводим, благотворительных в том числе акций. Мы ездим в Звенигородский психоневрологический интернат, значит, ездили, значит, в Кубинский интернат. Ну и так вообще вот по школам ездили, значит, по детским садикам. Байкеры обсудили итоги сезона и наметили планы на будущий год. Джорди приехал из Испании 2 года назад, стал преподавать испанский, а затем вступил в ряды мотоциклистов, освоился быстро. Это первый год, который я катаюсь с этой же лета, и очень нравится. Поэтому я приехал сейчас на закрытую мотосессию. Поздравляю все ребята. Очень, очень рад, которые они открыли меня. Такой город, такое чувство. Действительно, единомышленников здесь находят быстро. Мотопробеги, акции, поездки по разным городам. Главное, что объединяет ребят здоровый образ жизни. В планах весной съездить куда-нибудь в Дагестан или поехать чуть дальше, точнее левее туда, в Сочи к друзьям. У меня много друзей по России, не только. Вот, мы ездим, катаемся. Мотоциклисты сделали круг почета по городу, попрощались с летним сезоном, чтобы начать подготовку к следующему. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».